Юных гениев математики собрал на один день Набережно-Челнинский государственный педагогический университет. Впервые здесь прошел финальный этап Олимпиады Российского образовательного центра «Сириус», с которым НГПУ заключил договор о взаимном сотрудничестве. В Татарстане всего две отборочные площадки этого центра – в Казани и теперь у нас. И сотни мечтающих попасть туда одаренных детей. Представители 5 городов республики приехали на Олимпиаду в Набережные Челны. Можно именно здесь и сейчас, в тиши кабинета, где строго запрещено говорить и ходить может только стрелка часов, рождается новая математическая звезда. За спиной каждого из этой десятки успешно пройдены отборочные туры и сотни конкурентов. Чтобы попасть на «Сириус», каждому дано 4 часа и 6 задач. Затем, чтобы действительно победил сильнейший, следят видеокамера и наблюдатели. Ведь оказаться в образовательном центре в Сочи – мечта каждого школьника. Захотел попробовать. Я призер Республиканской олимпиады по математике, и я решил все-таки испытать свои силы. А пока юные умы испытывали свои силы в решении математических задач, за стенами кабинета переживали мамы. Я его поддержала, сказала: давай, пробуй, потому что в любом случае это будет твой жизненный опыт. Вместе со школьниками за опытом пришли и студенты. Как раз стараемся приобщить студентов, чтобы будущий учитель не только умел решать сложные задачи, но и заинтересовать детей и организовать уже олимпиады в своих селах, деревнях, потому что наше основное направление – это подготовка учителя для всего региона, для Республики Татарстан. Итоговые работы финального тура проверит специальная комиссия. Автор одной из них в октябре поедет в Сочи, возможно, из Набережных Челнов. Виктория Ильина, Дмитрий Кравченко, Челны-24.